Все ли в порядке с общественным транспортом? Технические неисправности, отсутствие необходимых документов или их неправильное заполнение? Именно такая картина открылась сотрудникам правоохранительных органов в первый же день проведения профилактического мероприятия. На одном автобусе было выявлено отсутствие путевого листа. Водитель пояснил, что забыл при выезде на линию. Возбудили административное производство в отношении данного водителя. Будем проводить расследование, разбираться в данной ситуации. Ну и такие технические неисправности, как резина, отсутствие рассеивателей на внешних световых приборах, управление водителем непристегнутым ремнем безопасности. Операция «Автобус» проводится на наших дорогах достаточно часто, однако пока ни одна из них не обошлась без выявленных нарушений. А ведь пассажирскими перевозками каждый день пользуются сотни людей. Поэтому постоянный контроль – необходимая мера для обеспечения безопасности Кандалакшан. При этом для удобства пассажиров инспекторы стараются выстроить свою работу, не нарушая график движения автобусов. Данные автобусы проверяются на линии, после чего административные материалы составляются на конечных пунктах. То есть задержка автобусов сведена к минимуму. Также и сами пассажиры должны проявить понимание и запастись терпением, если их автобус был остановлен для проверки, которая занимает не так много времени. Продлится операция «Автобус» в нашем городе до 12 апреля. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.